Всем привет, друзья, подписчики мои. Сегодня выехал на рыбалочку немного половить верховодку. Одну поймал уже. Также замешал такую кашку. У меня видео есть на канале шоколадного вкуса. Только прикормил и начало сразу же клевать на эту прикормку. Сейчас немножко еще закрышим. Так, прикрышили такими бомбочками. Сейчас будем забрасывать и будет сразу клевать. Опа! Ух, есть, отлично. Ух ты, куда ты прыгаешь? Вот такая верховодочка. Поймалась сразу же. Красивенькая. Это гидрик твой. Вот. Пойдет на засолочку. Как же ж хорошо на природе. Спустя 3,5 месяца дома просидел без рыбалочки. На рыбалке такой отдых. Ой, класс. Душа прям радуется. На рыбалке птички поют. Жабы квакают. Или голосуют что-то. Как помню, в том году, как на лодке, как начали квакать. Блин, оно ж на мозги действует. Кваканье ихнее. Ребята, клюнула хорошенькая верховодочка. Класс. Обалдеть. Перешел уже на другое место. И здесь слабенько, конечно, никого здесь нету. Воды, конечно, много уже здесь. На вырве затопило хорошо. Только камеру выключил. Красноперочка такая. Ну, небольшая. Но все равно приятно половить.
Эта камера плохо ловит. Утка с утятами плывут. Красота. Хорошо на природе. Отдохнуть, рыбку половить. Хоть даже она и не ловится, все равно приятно посидеть. Ребята, есть карась. Или что это? Ох, нихуя себе. Вот это красноперка, блин. Крупненькая красноперочка. Ну, хорошенькая. Ставьте сразу лайк за такую красноперку. Ты что думаешь, что оно там клюет, повело еще? Класс. Опа. Дуплет. Ребёшек красноперки. Еще одна есть. Опарыша поменял и сразу клевать начало. Птички поют классно на природе. О, это чуть крупнее уже. Красноперочка такая. Почти на ладоху. Есть поклевочка. Опа. Только камеру выключила, тут карасик такой клюнул. Тоже нормальный карась. Опа. Есть карасик. Опа, нифига себе. Крупненький. Хорошенький карасик. О, хорошенький карась, бляха.
Нифига себе. Как его вытянуть? Сюда. Блин. Где дрифтуем? Ого. Блять, ебался, блять. Значит, не суждено мне его вытянуть. Красноперочки. Думал, карась опять, но красноперочки. Ну там карась хороший, сушой. Вот такая где-то головешка, блин, у карася. Ну, блин, грамм 700-800 точно карась, блин. Но у меня крючок маленький. И вот он и сошел. Так, друзья, рыбачки. Кому понравился такой видос, ставим лайк. Кто еще не подписанный на канал, подписывайтесь. Всем пока.